Всем привет! Вы на канале «Мои рецепты» и с вами Людмила. Сегодня для вас одно из самых популярных горячих закусок. Сочное куриное мясо, ароматные грибы и сливочный соус, запеченные под слоем сыра. Это не только вкусно, но и удивительно аппетитное блюдо, которое называется жульен. Мелко нарезанный лук слегка обжарю на растительном масле. Добавлю нарезанные шампиньоны и еще жарю 5 минут. Тем временем, пока жарятся грибы, нарезаю отварное куриное бедро. Мясо добавляю в сковородку к грибам с луком. Солю и перчу по вкусу. И по желанию можно добавить мускатный орех для аромата и вкуса. Добавлю столовую ложку муки и перемешаю. Затем вливаю сливки и добавляю сметану. И еще раз перемешиваю. Тушу на среднем огне, пока масса не начнет загусать. Жульен раскладываю в кокотнице, а сверху посыпаю твердым тертым сыром. Если у вас нет кокотниц, можно использовать керамическую посуду, формочки из фольги или обычную сковородку. Отправляю в разогретую духовку до 180 градусов на 10-15 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться. Это бесподобно вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо можно готовить на любой праздник, обед или ужин. Готовьте по моим рецептам и радуйте своих родных. Спасибо вам за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!